приветствую всех. У нас приветствует здесь питерская погода. Льет дождь, моросит. И это обзор мусорки. Да ну, не надо, на улице дождь, давай кофе попьем лучше, давай взойдем. Да? Ну давайте, давайте тогда сделаем обзор на классическую обычную кофейню Питера «Утро». Доброе утро. А вы нас вкусным кофе напоите? Отлично, спасибо вам. А вот за этими деревянными досочками находится печка. Свежая выпечка как раз в 10 утра выкладывается на прилавок. Хотел вот так сделать, щелчок пальцами, и все появилось. Смотрите, пустые полки, а это кухонная магия от Николая. Красота! На улице дождь, слякоть. Как хорошо, что мы в кафешке и пьем вкусный кофе. Доброе утро, утро. Как итог? Вкусный кофе, свежая выпечка, приятная атмосфера, однозначно лайк. И с вас лайк, потому что я слышал легенду, что кнопка подписаться сама отжимается. Давайте проверим. Зайдите сейчас вниз, посмотрите, подписаны, не подписаны. Ну и, соответственно, удачи, увидимся. О, кстати, забыл сказать, тут 4 вида молока есть. Кокосовое, безлактозное, обычное молоко, банановое и миндалевое. Вы знаете, единственное, я задумался, а как бананы-то доят? Inside a new Balenciaga viral mess, turned dreams into an empire. Self-made success. Now she works with Rockefeller's survive.